Доброе утро, друзья! Я сейчас нахожусь в аэропорту международного вылета Индира Ганди аэропорт Нью-Дели. Сейчас время 3 часа 10 минут. Приехал я на такси до аэропорта. Как вы видите, обстановка очень спокойная. Скоро прилечу на родину. Если получится снять что-то, я сниму. Оставайтесь со мной. Давайте. Со мной идет уборка территории. Вообще классно. Я сижу здесь. Здесь никого нет, кроме сотрудников правопорядка, и вот убираю территорию. Здесь даже вентилятор есть. Но он не дует на меня, поэтому я немножко спотевший. Это вид снаружи аэропорта имени Индира Ганди. Я стою у ворота номер 7. Здесь никого нет, а вот там дальше очереди стоят. Почему сюда никто не идет, не понимаю. Давайте посмотрим. Видите, народ как много там. А я тут стою, никого нету. А здесь вот такие виды. И я тут. У меня щека не отекшая. Просто я жую бетель. Это в Индии такой вот способ освежает настроение и дыхание. Ну что, мы уже в аэропорту, скоро на родину пора будет лететь. Скоро увидимся на родине. Там я буду вести свои передачи, то есть влоги на хинди и на русском языке. Еще раз я хочу вам показать этот вид. Оттуда мы проходим паспортный контроль. Ребята, новость для всех. При вхождении вот оттуда, с улицы сюда, вы должны предъявлять свой документ, утверждающий ваши личности, и ваш авиабилет распечатанный. Вот, я не замечал, что кто-то предъявлял в телефоне, но думаю, что и в телефоне примут. Вот. И если вопрос есть по поводу теста, ПЦР-тест против ковида или ПЦР-тест RT-PCR, то в аэропорту Индира Ганди этот тест не требуется. Я сделал на всякий случай, но такой тест здесь никто у меня не спросил. Так что имейте в виду, но сделайте все равно. Количество растет и, соответственно, могут потребовать поменять любой момент это решение. 500 рублей вам праздник не сделают. Так что потратьте, сделайте. Я сделал. И был спокоен. Товарищи, я сегодня встречаю одного друга, которого я еще в жизни не видел. Но общались мы по WhatsApp. И сейчас он оттуда войдет. И мы с ним встретимся. Я хочу, чтобы вы были со мной в это время. Давайте. Вот он идет сюда. Санди бай. Анди. Парамдиджи. Дэхлем Ильяс. Be jealous. Он передает привет своему другу, доктору Парамджит Сингу Сэни, что не завидуй, а повтори. Very nice to meet you. Same, yes, sir. Pleasure, man. You're online. Мы влог снимаем. Okay. Nice to see you. You're good night. Welcome to Indira Ганди Airport. Добро пожаловать в Индира Ганди Airport. Спасибо. Посмотрите, мой друг, он выкладывает багаж. В узбекские авиалинии улетает в Ташкент с утра, с 8 утра. А я тут останусь на 2 часа еще. Вот мой багаж.
А вот он сейчас скоро получит талон посадочный. Счастливый человек. Аэрофлот еще не открылся, а он уже все сдает документы. Молодца. Садибай, молодец. Молодец. Ну что, еще регистрация на рейс не началась, поэтому ждем. Предположительно, сзади вот у нас будут регистрировать на рейс. Будем ждать. Время сейчас без 10:06. Очень сильно устал, спать хочу. Хочу домой, на родину. Сейчас буду проходить паспортный контроль. Здесь съемки не разрешаются. Ну, немножко. Совсем немножко сниму. Видите, народу сколько. Багаж прошел хорошо. Увидимся скоро. Значит так, 35 минут занялось у меня прохождение паспортного контроля. Сзади все вы увидите. Зачем мне указывать, вы так понимаете. Плюс личный досмотр. Досматривают у меня съедобные вещи, досматривали. Приправы индийские в ручном кладе не кладите. Не кладите. Хорошо? Дальше покажу еще. Ну вот, подтверждение. В 2021 году аэропорт получил награду. Прочитаете, все вы поймете. А мне надо дальше идти. Ну, быстренько покажу. Duty free, народ сразу на алкоголь бросается. А вы знаете, что алкоголь вредит здоровью. Поэтому только показываю, что продается. А решать вам. Вот это Джонни Уокер, кстати. Неплохо смотрится. Ну и если кому-то интересно. Мне это не интересно. Ну и здесь показывается много чего интересного. Вот эти товарищи передо мной стояли, а я был третьим, когда открыли, чек-ин. Вы уж много ездите, наверняка знаете, что такое чек-ин. Ну, быстрый обзор. Я иду прямиком. Ну, хватит, сейчас еще буду показывать. Не берите ручную кладь много, ребята, вот так. Хватит, достаточно, 10 килограмм в одну руку. Ну, и за спиной можете взять. Коляски, тележки для этой ноши нету. Но своя ноша не тянет. Тащу, как могу, вкуснятина все-таки там. Сейчас я позвоню другу. Как он там прошел весь путь этот, который я только что прошел. Давайте сейчас дальше посмотрим. Быстренький, маленький обзор всех магазинов. Ну, они, в принципе, везде, во всех аэропортах бывают одинаковые. Там самолеты стоят, можете посмотреть. Индийские авиалинии, финские авиалинии. Ну и сотрудники туда-сюда ходят. Ну вот, в принципе, все. Дели-базар закрыт, кажется, или открыт. Я сюда часто ходил. Кто ходил туда, пишите в комментах. Будем обсуждать цены. Друзья, товарищи, все здесь работает. Фудкорт работает здесь, Макдональдс, KFC, индийская кухня, Subway. Доминос, пицца. Все работает. Только приходи и кушай. Я с собой взял из дома еду. Так что мне здесь делать нечего. Просто погулять решил. Все, ребята, нагулялся я. Теперь я буду искать ворота номер 14. Они почти до конца. Вот там указатель с 1 по 14. Не знаю, где он находится, сколько идти. Сейчас посмотрим. Я на связи.
Вот это символ Индии, бог солнца. И вот там прекрасный вид получается. Вот здесь, смотрите, как там. Это ворота номер 15. А я думаю, что тогда рядом совсем минутная ходьба. Сейчас посмотрим. А я иду, иду, иду. Всякая вкуснятина вокруг. Люди заняты. Вот. Я тут. Вкуснятина. Ням-ням. Мне нельзя, я сладкого не люблю. Сейчас провожаю друга. Вот он тоже торопится. Он летит в Ташкент. Господин Санджей летит в Ташкент. Я его провожу, потом пойду к своим воротам. У него 8 ворота, а у меня 19. Аре, а есть, но нет, 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 пойдем, пойдем. Давай, давай, let's go. Let's go. Он вообще никакой. Ребята, что я буду делать с таким человеком? У него 8:30 самолет. А сейчас без 10:08. Пишите в комментах. Быстренький вид. Вот такой. Это индийские самолеты стоят. Ждут своих пассажиров и рейсов. А здесь я... Как вы видите, это узбекская авиалиния. Там летит. Люди торопятся. Вот. Все, поехали. Ну, ребята, друзья, friends, на фоне этого священного знака солнца я заканчиваю свои серии. Серии, где я показывал, как, где, что в Индии бывает. Надеюсь, что вам этой серии понравились. Пишите в комментах. Грустно уезжать из Индии, но что делать? Жизнь вся в России. Матушка Россия зовет. Так что давайте, все будет у нас хорошо. С этими словами я заканчиваю. Всего вам доброго. Дай Бог вам здоровья. До свидания.